Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі «Ми Україна», я Вікторія Малосвітна, і одразу подякую вам за те, що ви обираєте саме нас. Давайте одразу домовимося, ми для вас детальний розбір найважливіших міжнародних новин та подій від вас. Чекаємо на лайки, коментарі і підписку на YouTube-канал «Ми Україна». А мій гість сьогодні – Пітер Дікінсон, це науковий співробітник Atlantic Council. Пітере, вітаю вас! Добрий день! Добрий день! Отже, розмову нашу хотіла б розпочати із теми північно-корейських військ на території Російської Федерації, а відповідно і війні в Україні. Перші підрозділи з КНДР вже прибули в Курську область з російських полігонів, про це говорить Головне управління розвідки. Також, за даними ГУР, наразі в Росії знаходиться приблизно 12 тисяч північно-корейських військових, серед них 500 офіцерів і, зокрема, 3 генерали. На вашу думку, як швидко Путіну прийшла в голову ця ідея? І чому пішов на такий крок відчаю? Адже він показав, що його армія вразлива, колись друга армія світу не справляється. Ну, Северний Корея вже участвують в війні більше, ніж 2 роки. Вони підтримують Росію снарядами і ракетами. То есть они дают баллистические ракеты в Россию, которые достаточно серьезные категории оружия. И по разным данным они дают Россию где-то половина всех снарядов, которые стреляют по украинской позиции на восток и на юг, на фронт. То есть Северный Корея уже показывал, что он очень серьезный союзник для России. И который играл ключевую роль в русской военной масштабности. То есть логично было бы следующий шаг прикреплять солдаты. То есть уже есть оружие, теперь мы видим солдаты. Что это означает? Это означает, что Россия сейчас не хватает войск, чтобы и защищать Россию, и захватить Украину. То есть понятно, мы все видели, что произошло в Курской области уже почти 3 месяца спустя. У них не было особой защиты в Курской области, и до сих пор они не могут собраться тот количество людей, которые потребны, чтобы освободить Курскую область от украинской оккупации. То есть понятно всем, что у России не хватает физически, не хватает количества солдатов, которые нужны сейчас, сегодняшний день. И Путин очень боится мобилизации. Он прекрасно вспомнит, что было в сентябре 22 года, когда он объявлял мобилизацию, и какие проблемы были в русском обществе из-за этого. Он не хочет повторять этого опыта. Крайне не хочет, крайне против этого. И, конечно, логично здесь шаг, это опять же обратиться к союзнику в Северной Корее, который можно решить этот вопрос без мобилизации. То есть это 12 тысяч сейчас, о чем мы говорим. Я предполагаю, к сожалению, что это только начало. То есть в Северной Корее есть где-то там 1,5 миллиона солдатов, если я не ошибаюсь, это один из самых больших армий в мире. У них, понятно, права нет, понятной информации по поводу действий нет. Это все по рабским условиям. То есть отправить в Россию 100 тысяч, 200 тысяч солдатов, я думаю, что это полный реально. И если Запад не реагировал на то, что сейчас мы видим, как называемый первый транш, тогда можно ожидать очень серьезный ухудшение ситуации, если мы будем увидеть там огромное количество северных корейских солдатов и в Курской области, и в Украине. Тобто, якщо Захід не зреагує на північно-корейських військових на Курщині, то Росія запросто відправить їх воювати вже на територію України. Ну, по поводу места направления, это не главное здесь количество. Если мы здесь говорим по 12 тысяч солдатов, да, это хватает, чтобы сильно действовать, влиять на действия
на поле боя именно Курская область, Курский фронт. Но я предполагал, что мы будем видеть не только эти 12 тысяч, мы будем видеть 120 тысяч, 240 тысяч, вот такие количества будет направлено на Украину, к сожалению. Потому что ну, это все зависит от реакции Запада. Если Запад реагирует серьезно к этому, ну, тогда, может быть, не будет такой количества. Но пока, я думаю, что россиянов, как они всегда делают, они пробуют что-то сделать. Если они не чувствуют себя, если они чувствуют серьезный ответ, они идут дальше. Ну вот, сейчас будем увидеть, что Северная Корея тоже дал Россия количество, ну, не огромное количество снарядов. Хорошо. Реакция был? Не был. Что произошло дальше? Дали огромное количество. Реакция был? Не был. Что произошло? Дали баллистические ракеты. Реакция был? Не был. Что дальше? Ну и так далее, и так далее. То есть мы сейчас видим только начало, новый этап войны. Это участие в войне в севернокорейских войсках. Щодо реакції західних країн, МЗС Німеччини викликало дипломата Північної Кореї, Австрія викликала посла КНДР через ці дані. У Пентагоні та Білому домі нарешті розгледіли уже північнокорейські війська на території Російської Федерації. І вже ми знаємо, що Держдума ратифікувала договір про це всеосяжне партнерство з КНДР. Чому немає потрібної реакції? Захід розгублений, не знає, що робити, боїться. Чому тягнуть час? Ну, так, да, ну, то есть, все ці реакції, да, от, дипломатичні органи, це називається ніякої реакції. Це називається театр реакція. Ну, театральний спектакль. Да? Давайте зробимо вид, що у нас реакція є. И они сделают вид, что они боятся нас. И все будут продолжаться по такому же иду, как было. Такого плана. Типа, ну, типа, там, мы сделаем вид, что мы работаем, а они сделают вид, что они нам платят. Такой же логика, как было в советское время. И сейчас мы видим это на уровне мировой дипломатии, к сожалению. Запад сейчас не хотят эскалации. Они не хотели эскалации января 22-го, не хотели эскалации дальше и дальше. То есть это уже мы слышали слишком много раз, и мы все понимаем это, все знаем наизусть, что Запад эскалации боюсь, и вот в том числе и здесь. То есть они понимают, что единственная реакция, которая стоит, которая имеет смысл, это сразу сильно укреплять военную поддержку для Украины. Это единственная серьезная реакция, которая будет восприниматься как серьезно именно в Москве и в Северной Корее. Это единственный вариант. И они этого не хотят, поэтому они сейчас думают, ну как можно сделать вид, что мы реагировали на это, ну не давать Украине гораздо больше оружия или гораздо более серьезные полномочия, чтобы использовать оружие, которое мы уже давали им. То есть к сожалению, мы опять же дошли до такой тупик из-за западный страх про эскалацию. А на вашу думку, чи усвідомлюють країни НАТО всі наслідки ескалації цієї війни? Посмотрим, но пока все показатели, которые у нас были, это то, что нет. То, что вот пока Запад принимали решение, ну, давным-давно принимали решение, что главной задачей для них это не победить в Украине. Это не чтобы Украина победила. Это не чтобы была украинская победа. Не то, чтобы было русское поражение. Главной задачей для западных мира сегодняшний день, безусловно, я сказал бы, это то, что война не стала более шире, что не было эскалации. Именно, и когда мы говорим про эскалацию, очень важно сделать заметку для себя, что мы не говорим здесь по поводу эскалации в Украине. Мы говорим о эскалации, географической эскалации. В свете, все верно, в свете. Чтобы была война в натовских территориях, чтобы была война в Молдове, в Балтийских стран и так далее, и так далее. Да? Польша, может быть, там какая-то другая страна, Европа села. То есть это главные задачи для Запада. Это о чем они себя хвалят, когда они говорят по поводу их действий последние 2,5 года. Ну, видите, у нас не была ядерная война. Видите, у нас не было расширение войны на другие территории. Значит, что у нас была
правильный подход. Хотя бы, когда мы здесь стоим, нам не очень видно, что был правильный подход, потому что ситуация только хуже и хуже, и исторические трагедии становятся больше и больше. И мы тоже прекрасно понимаем, что Россия идет дальше, если они здесь не остановлены. Поэтому логика здесь на, не на долгосрочный перспектив, наоборот, очень-очень короткий перспективный логика, но, к сожалению, вот так и есть. Запад сейчас направлено на остановление любой вид эскалации, к сожалению. Путін вперше прокоментував участь солдатів КНДР у війні проти України. Це сталося на підсумковій конференції саміту БРІКС у російській Казані. І Путіну поставив запитання американський журналіст. Це я глядачам нашим розповідаю, можливо, хто не чув, не бачив. Він сказав, що присутність військ КНДР показують супутникові знімки. Що вони тут роблять? Запитав журналіст. І чи не є це серйозною ескалацією конфлікту? За словами Путіна, знімки – це справа серйозна, і якщо знімки є, то значить вони щось відображають. Потім Путін додав, що подивимося, як розвиватиметься цей процес. А який процес справді мав на увазі Путін? Процес на полі бою чи таки він чекає на реакцію Заходу? И какой реакции он ждет? Ну, он сейчас только смотрит на реакции Запада. Это для него главное. Мы видели это много раз. Путин сделает что-то ужасное, и потом смотрит, как реагирует Запад. Если они не реагируют, он идет дальше. Если они реагируют сильно, он идет назад. Если они так себя реагируют, он стоит на месте. Это прекрасный наука была уже понятна. Ну, даже много лет до полномасштабной войны в Украине. И он продолжается в таком же духе. То есть здесь ничего нового нет. Все понимают это. Запад прекрасно понимает это, тем более. То есть они не глухие там, они не слепые, они не глупые. Они прекрасно понимают так же, как мы. Просто им других приоритетов. Но Путин сейчас, да, он это сделал. Он сейчас откровенно говорит, что да, я это сделал, да, это я. Теперь он ждет реакции, чтобы понять, как он может действовать дальше. Идти дальше, рисковать больше, сказать другим союзникам, вот видите, они слабые, сделайте, что хотите. Давайте, присоединяйтесь к нам. Давайте, иранские солдаты. Давайте, еще из Африки более большой контингент солдат. Может быть, какие-то там наблюдатели из Китая, пожалуйста. То есть есть все возможности сейчас расширять войну и положить в Украину гораздо большее количество солдат из разных стран. Здесь единственное, которые могут мешать ему, это западные реакции. И он сейчас его ждет. То есть критичный период это сегодня, ну, неделю назад, да, до где-то середины ноября. Когда мы уже будем, скорее всего, понятно, будем видеть конкретные действия корейских солдатов на поле боя Украины. Если реакции так до этого момента не будет, однозначно будем видеть гораздо более большое количество солдатов из Северной Кореи. Как минимум. Результат виборів у Сполучених Штатів Америки, він може вплинути таки на те, що вибір країнам НАТО таки доведеться зробити? Ну, звісно, тут головні события в мірі – це американські вибори, і много всього зависить від цього. І відношення всіх стран НАТО к війні Росії в Україні, і політика Китаю, коротше, все. Все вопросы, которые касаются международной политики сейчас, связаны с американскими выборами. И результат будет определить дальнейшие действия все западные страны, и не только западные страны, тоже это будет влиять на Китай, на Россию и так далее. То есть это много раз было американские выборы, и не было большой вопрос по внешней политике. То есть, когда там, не знаю, Обама против там Джон Маккейн, например, не был огромный вопрос по поводу внешней политики. Но сейчас, потому что, ну, из-за того, что у нас есть Дональд Трамп,
и его политика, его отношение к России, его отношение к НАТО. Конечно, есть очень много фундаментальных вопросов по поводу, что дальше. И все ждут этого результата. Стосовно реакції Південної Кореї, яка може бути на участь північнокорейських військ у війні проти України. Відправка військ НДР може втягнути Південну Корею у війну. Про це пише видання The Telegraph. Чи чекати на прямі поставки зброї від Південної Кореї, принаймні, як реакцію? Ну, із всіх стран, які будуть реагувати на Северні Корейські війська в Україні, Южні Корея це перший в чергу. Звісно, вони будуть більше всього реагувати, тому що їм більше всього, це більше всього буде впливати на їх позицію. Тобто Северна Корея – це огромніший тюрма, і це страна, це воєнна страна, це сталінська страна, це чиста сталінська страна, де огромніші армії. Але це армії, які не воюють. Они ни с кем, они нигде не воюют, у них нет военного опыта особо. Поэтому для них, для Северной Кореи, очень важно получить этот опыт именно в Украине. Они могут приехать в Украину и участвовать в войне там какой-то там полгода, год, и получить очень важнейший опыт по поводу дроновской войны, по поводу там электронической защиты, по поводу новые структуры, там, артиллерия, танковские войска. Но в первую очередь это, конечно, дроновские технологии и как он влияет на сегодняшнюю науку войны. И если Северная Корея набирает этого знания, получает этого информации здесь, в Украине, что они будут делать дальше? Ну, понятно всем, они будут использовать этого против Южной Кореи. То есть для Южной Кореи, как минимум, они тоже должны получить такой же опыт. Они тоже должны быть такой же опытный, как их противник, их враг, как минимум. То есть они тогда обязаны, и сейчас я думаю, что уже идет этот процесс, обязаны как минимум отправить количество солдатов, офицеров в Украину, чтобы работать вместе с украинскими коллегами и набрать этого знания и помогать украинским коллегам воевать против именно северных корейских войск, которые появятся у нас. То есть для Северной Кореи это критический момент, это не политика для них, это далеко не политика, это простой военный логика. Враг знает об этом, враг получает такое преимущество, значит, что у нас тоже должен быть. И значит, они будут отправить сюда офицеров, чтобы учиться, чтобы помогать Украине. И, скорее всего, они тоже будут отправлять сюда военные техники, которые они пока не отправляли. Не, хотя бы не на большое количество. Но теперь уже будет совсем другая политика к этому вопросу. Пітере, на вашу думку, війна на Корейському півострові невідворотна? Ну, я думаю, що ми цього не побачимо ні в нашому житті, ні в житті наших дітей, я надіюсь. Там є великий тупик, всі розуміють, що перемога між Америкою і Китаєм вряд ли буде. І конвенційна війна між двох стран там на півострові теж маловероятна. Поэтому, ну, 75 лет они спокойно, типа, плюнут на друг друга, пусть они будут дальше сделать. Но именно конкретная война, скорее всего, не будет. Возможно, будет дроновские атаки. Возможно, что будет какие-то там кибератаки. Понятно, что у Северной Кореи нету цифровой жизни почти, поэтому они защищены от этого. Но Южная Корея – это страна, которая вот только живет на цифровой технологии. То есть они сейчас, есть возможность для Северной Кореи прикалывать, ну, прикольно сделать гибридные атаки и так далее. То есть есть разные возможности для гибридной агрессии. Конечно, между этих двух стран дружба никогда не будет. Но я боюсь, я вообще не представляю, как может быть у нас большая война.
Пітере, потихеньку ми наближаємося з вами до теми саміту БРІКС. От лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час цього саміту він заявив, що треба запобігати ескалації, розширення географії бойових дій, треба не допускати посилення напруженості. При цьому Китай спокійно споглядає за тим, як Північна Корея відправляє свої війська до Росії для війни в Україні. Яку гру зараз веде Китай? Ну, для китайцев сейчас все отлично. Ну, если не отлично, тогда очень хорошо. Россия их просто верный друг, который дает им то, что хотят, по стоимости, которую они диктуют. Они скажут у России, что они хотят и сколько они готовы платить за этого. И получают большую улыбку из стороны России, которая сейчас уже другой вариант нема. То есть это прекрасное отношение для Китая, ну, лучше не бывает. Западный мир сейчас полный, внимание западный мир полностью сейчас на Украину и на Израиль. Тоже для Китая шикарный. Китай могут спокойно заниматься своим делом и в Азии, и в Африке, без вмешательства особого из европейских стран. То есть для Китая очень выгодно, украинская война получилась очень-очень выгодная вещь. Конечно, здесь опасности есть. Конечно, если будет еще более большая война, опять же, по географически понятно. Если будет полная ценность европейская война, конечно, для Китая есть здесь уже угроза. Но сейчас пока Китай чувствует себя очень даже неплохо и готовится к поддержка, ну, укреплять свой поддержку для России, чтобы Россия мог бы продолжаться в таком же духе, как сейчас. Конечно, Китай не хочет видеть ядерную войну, Китай не хочет видеть большую европейскую войну, и, скорее всего, не хочет видеть большую войну, именно связанную с Кореей. Но, кроме этого, война в Украине, пожалуйста, прекрасно. Для китайской политики это решает много вопросов, и для них никакие большие серьезные угрозы не дадут. Саммит БРИКС. Цей саміт відбувся в російській Казані. Ми знаємо, що головні учасники цього саміту – це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африканська Республіка. Також туди входять і Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія. Якщо дивитися на цей саміт, господаркою якого була саме Росія, то що він показав і на що треба звернути особливу увагу? Ну, для России это было показатель, что типа мой не без друзья. Не получилось. Запад хотел отрезать нас от весь мир. Это не получилось. Извините, мы победили опять, вы проиграли. И больше так не делай. Вот такой месседж из России. То есть мы великая страна, мы победители, и мы опять победили. Видите, у нас есть много друзей, и все хотят с нами общаться. Это вот супер. Для россиянов это вот картина была великолепна. Путин встречался со всеми. Он даже пригласил там генсек ОАН, который пришел верно и поклонился перед Путиным. То есть был пиарный путь для России. Было вот очень большое, но была очень серьезная победа. Но кроме этого эти картины, которые россиянов так обрадовали. Здесь особо ничего. То есть какой-то конкурентный валют против доллара не появилось опять. И опять мы видели, что между БРИКС нет ничего, которое их соединяется. Они все конкуренты для друг друга. Особая Индия и Китай, которые конкурируют во всех областях. И договориться про что-то более глубокое, чем типа мы все хотят жить хорошо, и мы все против Запада, пока они не нашли. Я думаю, что каждый стран из БРИКС зависит от их экономических отношений к западным мирам. Ну, вот, в России, например, для Китая, Россия – это
2% их общий рынок. 2%. Западный имеет где-то там 55%, если не ошибаюсь. So, понятно, когда Россия говорит, давайте мы сделаем что-то против Запада, Китай говорит, вы прекрасный, Владимир Владимирович, вы просто прекрасный, мы вас любим, но против Запада мы пока не готовы. То есть они дают России то, что они знают, России нужен, какой-то пустой слов, но сделать что-то конкретно против Запада не хотят, потому что все понимают, что отношение к западными, ну, 100 раз важнее, чем какое-то отношение между членов БРИКС. Особо, если мы говорим про Россию, но не только Россию. Здесь можно говорить тоже по поводу Бразилии и Индии, или Индия и Северная Африка, и так далее, и так далее. Южная Африка, извините. То есть БРИКС – это интересная организация, я не скажу, что он абсолютно бесполезный, но он не дадут серьезной конкуренции для, там, например, G7 или Евросоюз. Потому что здесь что-то общее нет. Кроме сам факт, что это все страны, которые хотят, чтобы сегодняшний мир был другой и был более удобный для них. Ну, это все. Дальше ничего. Досить цікаво звучала і підсумкова декларація саміту БРІКС, де учасники нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії. Зовсім не те, що хотів почути Путін. І експерти вже називають цей саміт дипломатичним провалом Путіна. Ну, да, опять же, то есть они не готов поддерживать военной агрессии России, им этого неприятно и не особо выгодно. Даже их страна, как Китай, которая получает какое-то преимущество из этого войны, они публично не хотят поддерживать этого, потому что это против их общей политики. Никто особо хочет быть связан с Путиным именно в плане его империальной агрессии, его империальный взгляд, что он хочет, типа, завоевать там территорию и так далее, аннексировать чужую землю и так далее. Это страшное, это просто дикий поведение по понятию всех членов БРИКС, ну и весь мировое общество практически. То есть никто не хочет связываться с этим. И мы видели этого так же, как мы видели в БРИКС. Мы видели такого в ООН постоянно и других саммитов. Все говорят, когда они обязаны что-то сказать, они всегда говорят, конечно, мы против. Конечно, мы против. То есть Путин, наверное, понял, что так и будет. И для него главный это картина. Главное, что все видели, что у Путина есть друзья. Что Путина... он в изоляции, так? Да. Кто-то хочет встречаться с Путиным. Значит, что все отлично у нас, значит, что мы победили. Хорошо. Ура, идем дальше. То есть конкретных моментов для россиянов, я думаю, что это такой же там формальность, как типа там 5 часов чай, 7 часов ужин. Да, мы против войны. Ну, пожалуйста, формальность далее, идем дальше. Давайте договоримся по поводу нашего следующей сделки и следующей, ну, как можем зарабатывать деньги и сделать гадость против Запада. Ну, на дипломатический уровень, я думаю, что поддержки для России и русской агрессии в Украине не был і не буде. А на вашу думку, чому генсек ООН Антоніо Гутерреш поїхав до Путіна на саміт? Адже саміт миру, який організовували Україна і Швейцарія, який був направлений на те, щоб таки наблизитися до мирного врегулювання, Антоніо Гутерреш проігнорував. Ну, это очень прагматический вопрос, потому что мы не знаем отношения между этим человеком и Россией. Мы не знаем его личную политику. Но понятно, это, конечно, очень тревожный момент. Это очень неприятно видеть, что человек, который представляет мировое общество, общается с человеком, который сейчас воюет, у которого сейчас открыл самую большую войну в Европе за 80 лет после Гитлера. И ему встречалось такое уважение именно у себя. Это странно, очень странно выглядит, и нет оправдания, насколько я вижу.
Конечно, человек будет сказать, что он хочет поговорить с ним. Конечно, он будет сказать, что важно, что диалог продолжался, что если мы будем общаться, тогда никакое решение не могут быть. Мы никогда не найдем путь к мирному решению всех вопросов, которые важны. Но он даже ничего особо не сказал про Украину, когда он там был. То есть человек реально показывал, что ООН – это организация, которая не способна на то, что он был, за того, что он был создан. Просто не работает. Организация не работает. И все доверие, которое у него было, уже ниже никуда, кажется. То есть что он будет делать дальше? Очень сложно представить более низкий уровень, чем то, что он сделал в Казани. То есть я думаю, что сейчас разговор о том, что надо перестроить мировую политику именно в плане ООН, сейчас будет укрепляться, и много будет показывать именно то, что он приехал в Казань. Это один из аргументов, почему мы все должны сделать это все по-другому. Пітере, всі розуміють, що свою функцію ООН ця організація вже давно не виконує. Яка доля чекає на ООН? Доля її попередниці Ліги Націй? Ну, я думаю, що здесь, якщо ми дивимося на ООН як мирову організацію, що він принесе, я думаю, що він тільки може грати якусь роль більш-менш важливу в чистый, в гуманитарианский сектор. Ну, может быть, академический, типа там, учебный, академический и главный, наверное, гуманитарианский сегмент, где просто, просто помогают людей в бедности. И в том числе только когда нет человека, который против этой помощи. То есть, если мы говорим по поводу какой-то там ситуации в Африке, какой-то там форс-мажор, возможно, что ООН могут играть очень серьезный роль. И они сделали этого много раз. То есть нельзя сказать, что ООН никогда ничего не сделал. Они иногда сделали очень важные вещи. После ураган какой-то, после войны, где есть голод где-то там, и так далее. То есть ООН играл и играет серьезный роль в таком же случае. Но если есть человек или страна, которая против, ООН без зубы. Он не может действовать как надо. Он не может, у него нет мощи, чтобы действовать сильно, чтобы прийти и сказать, нет, мы должны помогать этих людей, или мы должны остановить войну. То есть это вот в чем суть проблем. ООН – это организация без оружия, грубо говоря. Пітере, а що треба ООН, які механізми, які інструменти для того, щоб реально впливати на світовий порядок денний саме у питанні безпеки? Чого не вистачає? Ну, все дуже просто. ООН може бути полезен, якщо у нього є своя армія. І якщо у нього є своє ядерне оружие. Ну, і більше нічого. Без цього він ніколи не буде полезен в плані. Но в таком же духе, как мы хотим видеть, что он был полезен, что он был реально мировой, типа, судья, что он реально мировой политика, за этого он должен иметь свое оружие, он должен иметь свои солдаты, свои батальонов, свои ядерные оружки, свои самолеты и так далее, и так далее. То есть, если у него этого не будет, тогда это просто организация – это просто место, где можно общаться, где можно сказать свою точку зрения по поводу чего-то, и где можно организировать гуманитарианскую помощь, где этого нужно и где никто не против этого. Ну и все, больше ничего. И то есть организация есть свой роль в мировой политике, но мы должны понять, на что он способен и на что он не способен. И то, что он не способен, но сейчас мы говорим здесь в Украине много, и не только в Украине, он не сделал это, не сделал тот, не делал. Мы должны понять, что он не может это сделать. Он не может быть мировой полицией, он не может быть мировой судья, он не может
принимать решения по поводу войны и мира. Он не может действовать на странах, которые есть серьезные свои войска. И дальше, и так далее, и так далее. То есть тогда можно понять, что хорошо, ООН — это прекрасная организация для гуманитарной помощи. Точка. Это хорошая организация для мировой науки, для отношений между разных стран, какие-то культурные сферы, чтобы сохранить свои там исторические памятники и так далее, и так далее. Да, может быть, есть политика, есть смысл в этом заниматься дальше. Как он сейчас занимается, пусть дальше занимается. Но если мы говорим по поводу мировой порядок и справедливость, и война и мир, ідемо далі, тому що ООН – це не тот організація. І навіть якби в ООН не було Росії, зокрема в Радбезі ООН, все одно б ООН не змогла нічого вдіяти, так? Ну, ООН можуть діяти проти Сербії, але ООН не можуть діяти проти Росії. І ми прекрасно це розуміємо. Добре, повертаючись до прес-конференції, яку Путін давав після саміту БРІКС, він заявив про готовність розглянути будь-які мирні домовленості, які враховуватимуть реалії на землі. Так це Росія називає. На вашу думку, чи дійсно зараз Путін на цьому етапі війни готовий до перемовин? Я не вижу смысла для России сейчас там идти на переговоров. Я не вижу смысла. Они сейчас идут вперед на восток и на юг, но в основном на восток. То есть они, у них сейчас есть инициатив на поле боя. Они, грубо говоря, они сейчас выиграют. Они выиграют войну, они идут вперед. Да, медленно, да, мало. Но все-таки они идут вперед, они не стоят на месте и они не отступают. Они идут вперед. То есть польза сейчас у них, в них сторону. То есть это первый и понятный всем позиция, что какой смысл для них сейчас переговоров. Они видят, что Украина устала, что Украина мало людей, что Украина потеряла свой, тоже свой моментум, свое движение. Что все хотят, чтобы все это просто остановилось. То есть для России сейчас как раз прекрасный момент идти дальше и воевать больше, не меньше. Есть у россиян тоже проблемы с персоналом, у них мало солдатов, не хватает, чтобы защищать Россию и воевать в Украине. Ну, они вроде решили этот вопрос теперь уже с Северной Кореи. Они уже берут оттуда солдатов, 12 тысяч мы сейчас, о чем мы слышим по поводу 12 тысяч, это еще не вечер, будет еще гораздо больше солдатов, если мы не видим тот реакция, о чем мы говорили, от западных мира. То есть в россиянов их проблемы с персоналом, в принципе, решена. Они уже понимали, они уже поняли, как решить этот проблем. То есть какой смысл для России сейчас остановить? Ну, экономические позиции России не лучше, но это серьезно беспокоит Путин, я не думаю. Путин сейчас думает по поводу его позиции в истории. Он думает по поводу великой исторической миссии захватить Украину полностью. И, может быть, еще там Молдова, там Прибалтика, Северный Кавказ, Южный Кавказ, там, может быть, Центральная Азия, еще что там. То есть он думает по поводу очень-очень большой исторических проектов. Ему, в принципе, насколько я понимаю, по барабану, если у каких-то там у россиянов будет 5% меньше там ВВП в этом году, или у них будет средний зарплата, не там $700, но там $400. Ему абсолютно по барабану по этому вопросу, мне кажется. Это только вопрос, сколько надо укреплять опрессия именно внутренней ситуации в России, чтобы не было какие-то дестабилизации. Ну, и не меньше, и не больше. То есть для россиянов сейчас, конечно, тоже не лучше времени. Но для Путина, это, Путин, в принципе, абсолютно смотрит на это абсолютно разноглазие. Он спокойно относится к этому. Ему этого не беспокоит абсолютно. И он думает по поводу его исторической миссии. И он представляет, что он сейчас выиграет. Он ближе к реализации этой исторической миссии, чем никогда. И он не будет остановиться, когда он так ближе к его сел, его великий сел. То есть для него это реально, он станется
как Петр Великий, как Екатерина Великая, как Иван Грозный, как Сталин, и будет Путин Великий. До речі, дуже цікаву річ сказав Путін на прес-конференції. Він заявив, що Росія оцією своєю агресією в Україні зміцнює свій суверенітет. Мовляв, ситуація полягала в тому, що от Росії на постійні наполегливі пропозиції налагодити контакти і відносини з країнами Західного світу весь час вказували на своє місце. І він ще так сказав, що це зрештою, це місце призвело б до скочування країни до низки другосортних держав. Який сигнал країнам Заходу він посилає? Чи знову між рядками говорить про той ультиматум, який він напередодні виставив Заходу, напередодні повномасштабного вторгнення до Украины? Ну, сигнал простой. Если вы будете противостоять против России, вам будет беда. Вам будет хуже и хуже и хуже. Если вы слышите Америка, которая виновата на все, тогда вашему судьба уже решена. То есть вы должны признаться и понять, что вашему будущему зависит от доброй, положительной отношения с Россией. Вы должны помириться с Россией. Вы должны понять, что жить в спокойной Европе это только могут друзья России и не других стран. То есть не вредить себя за Америку, не вредить себя за какие-то там другие люди, за океан или непонятно где, которые хотят этого все устраивать. Вам виднее, чем, ну, вам должны быть понятно, что дружба с Россией – это главное для вашего существования и вашему добрый уровень жизни. То есть не вредить себя за интересы других стран и за Америку, и за Европу. Европа должна понять, что их суверенитет зависит от тем дальше они от Америки. То есть чем дальше от Америки, тем более актуальная независимость каждой страны Европы. И наоборот, чем ближе к Америке по политике, тем меньше у них есть возможности решать свою судьбу. На вашу думку, який шлях обере Захід? Ну, они не будут особо слушать Путина, это 100%. Но, к сожалению, Запад уже выбрал свой шлях. Они выбрали шлях против эскалации. То есть они будут делать все, чтобы война осталась именно в Украине. Решать вопрос Украины – это уже, конечно, другой задачей для них и не в первый план. Первый план – это чтобы война осталась в Украине. Не то, чтобы война прекратилась в Украине. Надеюсь, конечно, что мы будем видеть более решательные отношения к именно второй вопрос, чтобы прекратилась война, чтобы была победа Украины. Но пока, насколько я вижу, приоритет на Запад имеет. Это, понятно, не дружба с Россией, это можно об этом забыть. Но это, чтобы война не была у них, чтобы эскалации не было. Это главный, это приоритет. И это, конечно, к сожалению, дает очень большие возможности для Путина, чтобы он использовал этого страх эскалации, чтобы больше захватил украинские территории и уменьшивал количество военной помощи для Украины. А що, на вашу думку, може стати переламним моментом, який кардинально переверне мислення західних політиків з ніг на голову? Ну, к сожалению, я уже думаю, что такого момента не будет. Я уже думаю, что он может быть, если Россия использовала ядерное оружие, это был бы такой момент. Если Россия пошел на натовские территории, это могло бы быть такой момент, но я даже не уверен об этом. То есть, если россиянов появилось там в Нарве, на границе Эстонии и России, ну, типа не российский солдат, но типа маленький зеленый человечек, да, или что-то такое, а-ла крымский вариант. Я не уверен, что Запад реагировал бы на этого, на кардинальный другой подход,
чем мы видим сейчас. Это тоже могут быть такой же разговор по поводу эскалации, по поводу деэскалации, по поводу опасности, по поводу Третьей мировой и так далее. То есть здесь мы видели, к сожалению, за 2,5 года мы видели, что в западных странах очень-очень удобно себя чувствуют и не готов рисковать свое удобство для угрозы, которые не перед носом. Ну, то есть пока, когда угроза не перед нос, не знаю, насколько мы можем ожидать какое-то большое изменение реакции западного мира. Я, например, не жду этого момента. Що залишається Україні? Ми знаємо про план перемоги України, який наш президент презентував нашим західним партнерам. Звичайно, там багато максимальних вимог, які максимально можуть нам допомогти побороти Росію у цій війні. Також знаємо, що розробляється внутрішній план перемоги, який має на увазі мобілізувати українців всередині своєї країни. Це таких два паралельних плана буде, які мають працювати на нашу перемогу. Ну, я думаю, что главный сейчас приоритет для Украины – это заработать свое оружие здесь, в Украине. То есть мы понятно, мы прекрасно понимаем, что Запад много помогал, но не такое количество, как надо. Да? Они передали много, но далеко не все, что надо. И дальше у них тоже есть проблемы по поводу производства. То есть сейчас они начинают производить больше и больше и передают Украине больше, ну это хорошо, но опять же не на такое количество, как надо. Украина должна производить больше и больше своих, и они идут по этому направлению. Слава Богу, мы уже видим такую тенденцию. То, что я думаю сейчас самое интересное, это дронов и ракетов. Крылья ракетов, баллистические ракеты, которые могут стрелять далеко, в глубины в Россию. Вот это вот главный проблем. Запад не хочет дать разрешение на этот, не хочет дать Украине оружие такого типа. Потому что, опять же, они боятся эскалации. Путин играет на этом, сказал, вот я там, не война вам, нравится, не нравится, не сделай. И они сказали, о, хорошо, мы, конечно, не хотим. То есть здесь единственный путь – это что Украина создала такие оружия для себя и использовала такие оружия против России, потому что украинцев не боюсь. Это правильная политика, и так и мы видим. Сейчас мы уже видим этого. Это уже идет, и Америка, и Дания, Норвегия, по-моему. Вот в последнее время сказали, мы дадим деньги именно на это, именно чтобы производить такие оружия, чтобы стрелять по России. Это реально, это очень перспективный, это будущее этого война, я считаю, что Украина производила гораздо больше у себя и использовала оружие, свои оружие, как они считают нужным. Пітере, я дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість і долучилися до ефіру на YouTube-каналі «Ми Україна». Глядачам нагадаю, що гостем цього ефіру був Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council. Друзі, традиційно дякую вам за те, що ви долучаєтесь, обираєте YouTube-канал «Ми Україна». Принагідно подякую і за лайки, і за коментарі, і за підписку. Якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, зробіть це, так ви допоможете розвивати наш YouTube-канал. Бажаю всім гарного дня і віримо в Україну!